Здравствуйте, мои дорогие друзья. Авторская программа «Давай поговорим». А сегодняшняя мысль о старости. Время летит, мы стареем. Иногда подходишь к зеркалу и не узнаешь самого себя. И это нормально в таком возрасте. В душе, конечно, мы все молодые остались и по-прежнему. Ну а снаружи, конечно, подходишь когда к зеркалу и видишь, что изображение тебя как бы подводит, да? То, что внутри, в паспорте и в зеркале, иногда не соответствует действительности. Внутри, если человек более-менее здоровый, он чувствует себя прекрасно, но снаружи бывает, выглядит уже совсем-совсем стареньким. Ну, не говорю про женщин. Мужчина, конечно, если немножко симпатичнее крокодила, то мужчина считается красавец. Насчет женщин по-другому. Итак, некоторые женщины, они очень опечалены своим возрастом. Такое стихотворение интересное. «Встань перед зеркалом, внимательно всмотрись. Твое лицо, оно уже не то. Морщинок сеть окутала его. Глаза, они как будто те же, но что ты видишь, в них тоска, печаль. И прошлый блеск утерян навсегда. Они устали видеть то, что им совсем бы не хотелось. А сколько они видели всего, им стало безразлично все». Значит, если мы перед зеркалом внимательно всмотримся в черты своего лица, мы видим, что лицо становится уже не таким, как оно было лет 10, 20, 30 тому назад. Морщинки под глазами, на везде, как говорится, на всех местах. В основном глаза, конечно, лоб. И люди в этом возрасте, почему-то большинство, выглядят очень печальные. Не такие радостные, как молодые. В глазах блеска нет, утерян навсегда. Ну да, с возрастом, конечно, уже глаза не горят, не блестят. Мы уже все видели, все уже как бы знаем, и нас уже трудно чем-то удивить. И поэтому часто людям в возрасте становится все безразлично. И вот чтобы этого не было, чтобы горел огонь в наших глазах, нужно заниматься каким-то интересным делом. И тогда у вас будет все в порядке. Вы до самого глубокого возраста останетесь молодыми. Посмотрите, некоторые артисты, писатели, художники, политики тоже, да, те, кто были или есть активные, они всегда доживали до глубокой старости, до 100 лет или 90, или сколько, и умирали тогда, будучи еще такими яркими, красивыми. Эта красота, она идет изнутри тогда, человек светится, даже будучи старым человеком, он выглядит очень красиво. Итак, желаю вам даже в старости оставаться очень красивыми людьми и добрыми прежде всего. Спасибо, что нашел или нашла время для просмотра этого ролика. Я думаю, что есть над чем задуматься, есть над чем поработать каждому из нас прежде всего. Я снимаю это видео для самого себя. Если какие-то есть интересные моменты в моей жизни, да, я всегда это как-то обрабатываю сначала сам у себя в голове, через сердце пропускаю, да, и стараюсь как-то в каких-то действиях это потом выражать. Заходи на другие видео. Если тебе понравилось мое видео, то, пожалуйста, подпишись на мой канал. И также, если какие-то вопросы есть личного плана, я тебе с удовольствием чем могу, тем помогу. Всего вам самого-самого наилучшего. Счастья желаю тебе, твоей семье, твоим родным, твоим близким, твоим друзьям, чтобы у вас всегда все было хорошо, всегда было так, как вы себе этого желаете.